На самом деле, ну, я как россиянка, русская, я была бы счастлива ездить с русской картой, потому что сколько можно, все, American Express, MasterCard, бла-бла-бла, то есть, конечно, у нас же есть деньги, ну, почему мы не можем влиять на мировую эту финансово-денежные потоки, почему бы нет? Но опять же, вы меня поймите, я не банкир, я не политик, может, кто-то скажет, говорит чушь какую-то. Я говорю чисто как вот, ну, человек, живущий, как все хочется сказать, в СССР. Вот видите, да? Может, правда, объединимся скоро. Человек, живущий в России, я за.